Вы должны заглянуть в свое сердце и постараться поместить туда своего гуру в самую сердцевину. Установив его в своем сердце, вы должны поклониться ему. С полной преданностью и посвящением. Теперь все, что вы делаете с помощью своего ума после реализации, это не воображение. Потому что теперь ваш ум, ваше воображение просветлены. Так что проецируйте себя таким образом, чтобы вы видели себя смиренно склоненными у стоп вашего гуру. И теперь попросите о том состоянии, которое необходимо для медитации, или об атмосфере, которая необходима для медитации. Медитация — это когда вы едины с божественностью. Теперь, если возникают мысли, вначале вы должны произнести первую мантру, конечно, и затем посмотреть внутрь себя. Также вы должны произнести мантру Шри Ганеши. Некоторым людям это поможет. И затем вы должны посмотреть внутрь себя. И увидеть, что является самой большой помехой. Во-первых, мысли. Против мыслей вы должны произнести мантру Нирвичары. Ом Твамева Сакшат. Шри Нирвичара Сакшат. Шри Матаджи Нирмала Деви Намо Намага. Ее нужно произнести 3 раза. Теперь мы подходим к помехе в виде вашего эго, потому что, понимаете, мысли сейчас остановились, несомненно, но давление на голову все еще остается. Так что, если это эго, вы должны сказать «Твамева Сакшат», «Шри Махат Ахамкара». «Махат» означает «великое», «Ахамкара» означает «эго». «Сакшат Шримата Джанир Маладеви Намо Намага». Скажите это 3 раза. Еще раз. Итак, если даже сейчас вы обнаруживаете, что эго все еще остается, тогда вы должны поднять рукой свою левую сторону и перебросить ее на правую сторону. Другая рука направлена к фотографии.
Поднимайте левую сторону выше, а правую сторону опускайте ниже, чтобы эго и суперэго пришли в равновесие. Сделайте это 7 раз. Постарайтесь почувствовать это, как вы ощущаете это внутри, понимаете? Теперь поднимите свою кундалини наверх головы и завяжите ее там. Снова поднимите кундалини наверх головы и завяжите. И еще раз поднимите кундалини и завяжите наверху. Теперь, на уровне сахасрары вы должны трижды прочесть мантру сахасрары. Shri Kauki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini Mukshadayi Mataji, Shri Nirmala Devi, Namo Namah. Om Tomeva Sakshat, Shri Kauki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini Mukshadayi Mataji, Shri Nirmala Devi, Namo Namah. Теперь она открыта, если вы видите. Теперь вы можете снова открывать свою сахасрару таким образом. Просто снова опускайте эго вниз и смотрите, чтобы вы установились там. Как только это сделано, вы входите в медитацию. Это подобно очищению, понимаете? Это называется ньяса. Теперь. Если вы чувствуете какую-то другую помеху, вы можете также произносить, скажем, если у вас проблема Шри Махакали, вы можете произнести соответствующую мантру, очистить ее и затем садиться медитировать. Вы можете убрать любую индивидуальную проблему. Скажем, если у вас проблема эго, если вы думаете, тогда вы должны начать с мантры Махатахамкара. Это то, что вы должны распознавать, какая у вас проблема, где останавливается кундалини. Вы можете почувствовать это внутри себя. Некоторые из вас могут не чувствовать. Если вы этого не чувствуете, почувствуйте это на своих пальцах. Если вы не чувствуете это внутри себя, тогда почувствуйте это на пальцах. Вы можете это почувствовать. Ага. Лучше. Как теперь? Better? Лучше? Where is the problem? Где проблема? Центральное сердце. Central heart. Центральное сердце. All right. Hold Хорошо, задержите свое дыхание. Не с большим усилием, а просто обычно, хорошо? Sakshara.
Хорошо. Выдохните. Теперь лучше? Еще раз? Хорошо. Задержите дыхание. Выдохните. Лучше? Держите глаза открытыми. Еще раз. Задержите. Выдохните. Теперь лучше? Гораздо легче. Хорошо? Ага, теперь левая сторона. Направьте левую руку ко мне, а правую руку поднимите, согнув в локте и направив ладонью к себе. Вот так. Вот так. Дуглас, вот так. Лучше. Это печень. Чрезмерное мышление также приносит вам проблему печени. Лучше. Гораздо лучше. Она опускается. Теперь лучше? Что там? Где вы чувствуете? Вишуди? Вишуди?